Здорово, пацаны. Спасибо всем, кто меня поддерживает. Выражаю благодарность, кто помог мне. И я особо выражаю, у кого счета заканчиваются на цифры 20-45, 48-61, 05-47, 67-57, 38-09. Спасибо, братки. Особую благодарность хотелось бы выразить Сергею Григорьеву из Нижнего Новгорода. Спасибо, братан. Ребят, короче, вчера приходил ко мне стоматолог знакомый и посмотрел рот мой. Говорит, зубы, конечно, как ты свои зубы до такого довел, говорит. Тут ремонта 1080, наверное, на 70. Вот. Ну, я также прошу, что отнеслись бы, ребята, с пониманием. Вот. Может, получится что-то сделать. Здорово, Санти. Здорово. Что ты можешь сказать о фильме вот про Константина Ступина? Охрененный фильм. Я, ну, сейчас уже как бы немножко отошел. А поначалу я по 3 раза в день смотрел. Все сразу всю молодость да, вашу да, вспоминал да. Там-то, да? Да. Как в этом соступе дома у тебя там чуть да, он на басу, я на барабанах. Перед зеркалом кривляли. Да. Не, ну мы играли, как бы это. Мы анархию играли, пистолетов. А, записывал? Да. Ну понятно. Просто он тогда басухой увлекся, как Лемми. Ага. Вот. Ну да, он же там фанател от Лемми. Да. Саша, а как ты вот познакомился с Костиком Ступиным? Как все происходит? Да, как, где это было вообще? В байк-клуб ходили. А что за байк-клуб? Да где-то там Рэмбо меня отвел, там был праздник у байкеров. Ага. Напился и слинял домой. А я фингал получил там, я к бабе одной. Полез, а тебе за сандалии. А там нет, да, какой-то там чувак. Байкер. Ты ему, наверное, просто не сказал, дай бог здоровья байкера. Он обиделся. Вот, и ступа такой, по пояс голый, о, Санек. Здорово, обнялись с ним, он такой, а ты до сих пор Юту слушаешь? Я говорю, слушаю. Он взял гитару там, сел возле дерева, и народ такой, вокруг него кружочком. И он там играет с песни своей. Ага. Вот. А народ фанатеет и поддерживает. Круто. Круто. Надо было тебе раздеваться по пути. И побарабанить там что-нибудь. Ну все, пацаны, пока. Надеюсь на вашу помощь. Всем мир. Пока.